Русский Диснейленд спроектировали архитекторы из нескольких стран. Чудо-город рядом с Олимпийским парком вырос всего за полтора года. На огромной территории 5 тематических земель со стилизованными зданиями и аттракционами. Можно запрячь расписного коня, вскружить над парком на цепях или прокатиться в гигантской чашке. Экстремальные горки с разгоном в 105 км в час обещают запустить ближе к осени. Сочи парк, конечно, в первую очередь сделан для семейного отдыха. Его могут посещать и взрослые, и дети, и бабушки, и дедушки. А еще у нас есть специальные аттракционы для тинейджеров. Под качающий бит на сцену поднимаются артисты шоу «Васильев Грув». Знаменитые барабанщики разогревают толпу перед главным событием вечера. Виртуозные и обаятельные молодцы с первых аккордов покоряют сочинскую публику. Это наш сет, клубный сет, он называется «Мега-сет». Всю музыку пишет вот наш Дмитрий. Практически. Да, практически. Там были кусочки, конечно, каверов в «Софриду», там вы слышали композиции. Вот, но в основном вся музыка наша. Как только сумерки сгустились над Сочи парком, началось долгожданное представление цирка «Дю Солей». Канадская труппа привезла на курорт футуристическую сказку. По идее постановщиков, она должна продолжить концепцию волшебного города на берегу моря. Режиссер шоу Вероник Дюссо. Именно она работала над программой цирка на Универсиаде в Казани. Зрители увидели танец внутри резинового шара, акробатические этюды на канатах и трюки с тяжелым металлическим кубом. Все номера сопровождались мелодичными песнями на выдуманном языке «Дю Солей». На колесе смерти главное равновесие и умение акробата чувствовать пространство. На это нужны годы тренировок. На исполнителях нет ни одного страховочного троса. Это моя мечта. Было попасть на цирк «Дю Солей». Я никогда не думала, что в нашем городе такое будет. Я очень-очень горжусь своим городом, я его люблю. Все супер, все классно. Приезжайте все к нам, у нас вот так. «Дю Солей» показал в Сочи 3 представления, отправился покорять сердца новой публики. Впрочем, жителям и гостям курорта расстраиваться не стоит. Цирк уедет, а сказка останется. Ольга Десятова, телекомпания.